Jandarma Luqansk və Donetsk respublikalarının olan işğalçı ordunun hərbiçiləri döyüşməkdən imtina edir. Luqansk vilayətinin komendantına etirazlarını bildirən döyüşçülər rəhbərliyin talanla məşğul olduğunu bildirib. Lazımı ləvazimatlarla təmin edilmədiklərindən narazılıq edən hərbiçilər daha döyüşməyəcəklərini deyir. Нас просто бросили, понимаете? На произвол, да? Что там катали, катали? Пусть приезжают, кто хочет. Они хотели, чтобы там полегли, проблем бы не было. А что стоим, молчим, что стоим, молчим, блядь? Очень всех надо вам. Грамотей, что сидишь, кабазь? Иди рассказывай, блядь. Вы ж мне, сука, всегда перед строем выговаривали. Это все называется добровольцы, который сам пришел служить. Для чего вы нас здесь заставляете? Месяц дома, два дня дома. Зачем это делать, если мы добровольцы? Я за калаш выкину. Все, я пошел домой. Я никому ничего не должен. Руководство, все, сука, мародеры, с первого дня воровали, блядь, фурами сюда вывозили. Ты кто, комендант Луганск? Ты этого не знал? Фуры приходили сюда, блядь, с бытовой техникой, сорт техникой. Ты этого не знал или а мы в отпуск ни разу не съездили, блядь, за 7 месяцев. И ты ни руководство разу показываешь. Да это во флаки, блядь, которых перестрелять надо. Все, блядь, от комбатов, сука, от Волги, блядь, от Зампотылов, все возили фуры, блядь. Все вывезли. Сюда все привезли. Машин сколько новых, суки, пригнали сюда, блядь. А глянь, на чем мы ездим, глянь. Че ты не донял, какой это такой, да? Давай поменяем. Давай на Лана с Данилом махнемся. Промочили. Мы больше никуда не пойдем.